бесконечным, поток просторечий, про любовь и вечность в голове весь вечер. Нам беззвучный телефон поставил, чтобы все искали до звонков от мамы. Есть лишь ты и я, вернее были, только что расстались, только что решили. Но мне, знаешь, ни чуть-чуть не жаль, ничего не теряю. Без истерик, сраных сон, без тупых ненужных слов, без твоих лучших подруг и друзей, без токсичности твоей и без ревности моей, без вопросов типа где ты и с кем. Миллион девчонок ждет, все танцует и поет, все что надо то придет чуть поздней. Ведь в один прекрасный миг люди устают любить, не заметив, что пора отпустить. Я удалю все фотки в галерее, телефон на привет всем моим девчонкам, кого долго так игнорил. И привет всем моим друзьям, давно не виделись мы с вами. Я просто долго пропадал с одной особой, что послал я. Yeah. Я бы габыкам и клубам набиваю батарейку, на глазах у всяких дур кричу. Сообщений дружных, где я в каждом посылаю тебя и твоих подружек. Даже, может, позвоню, хотя зачем это все нужно, пока. Прощай. Есть один спорный момент, в одиночку жизни нет. Человеку нужен человек. Ну а разве это знак, что, блин, нужно подпускать и держать рядом чужих людей? Время не спасет от ссор, не помирит никого, никого не сможет изменить. Так зачем тогда терпеть, сраться, ревновать, грубить, когда просто можно отпустить? Без истерик, сраных сон, без тупых ненужных слов, без твоих лучших подруг и друзей, без токсичности твоей и без ревности моей, без вопросов типа где-то.